отправили девушку за водой. Она то ли заслушалась птичек, то ли собирала цветочки, то ли заболталась с подружками. Одним словом, воду не принесла, разбила кувшин. Приходит домой, ни воды, ни кувшина. Отец расстроился, плюнул и сделал девушке деревянное ведерко. Не сломается, не разобьется и будет долго-долго служить девушке-растяпе. Ведерки разные на все случаи жизни. Можно и воду носить, и хмель собирать, можно яйца сложить свежие, да? А если в семье, ну даже можно сказать, в деревне большое событие, свадьба, то нужно очень много вот таких вот бодеек, где будет сварено пиво, и каждая хозяйка похвастается своим чувашским пивом. Я однажды спросила чуваша, я говорю, ну вот наше омское пиво вроде бы славится на различных фестивалях и конкурсах, на что мне чуваш сказал, что ваше пиво ни в подметке не годится чувашскому пиву. До сих пор чуваши устраивают фестивали, это национальные праздники у них, да, когда хозяйки хвастаются своим домашним пивом. Даже на гербе современной Чувашии в составе Российской Федерации, обратите внимание, три солнца, мы немного позднее про орнаментацию поговорим, и хмель.